24 июня в Ульяновском драматическом театре имени Ивана Александровича Гончарова состоится закрытие 232-го творческого сезона, а завершит его бенефис заслуженной артистки России Ирины Леонидовны Янко с показом спектакля «Бесприданница» по пьесе Алексея Островского в постановке Владимира Золотаря. Накануне прошла встреча журналистов с виновницей вечера. Практически Ирина Леонидовна занята во всем репертуаре, если это не молодежный какой-то совсем уж тот самый спектакль. И специально для ее юбилея нынешнего мы поставили «Бесприданницу» Островского, где всего две актрисы, как бы там, ну и массовые сцены, не будем их считать, но две женских роли и... Естественно, вот роль Агудаловой была замечательно презентована нашей актрисе. Сегодня Ирина Янко является одной из самых признанных актрис Ульяновского театра. В ее коллекции 6 призов «Лицедея», в том числе специальный приз попечительского совета театра «Признание» и приз за верность сцене. Я обласкана театром. Мне много давали ролей, я много играла и играю сейчас, поэтому скучать мне не приходится. В роли Хариты Агудаловой, матери бесприданницы Ларисы, Ирина Янко демонстрирует высокий класс актерского мастерства. Несмотря на то, что спектакль поставлен по пьесе писателя-классика, он очень современен. Постановка выдвинута на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.